Механики со стажем знают, продать можно что угодно. Ненужный сервис, наценки за раскрученный бренд или хуже – подделки. Своим клиентам я предлагаю масло, в котором уверен сам. Моторное масло «Синтек» содержит двигатель в чистоте и обеспечивает защиту каждой детали. «Синтек» – всегда умный выбор. Продолжение с превращением гелика. Я пригласила подписчика, он мне писал на протяжении 3 лет. Пойдемте вместе раздевать. Мы приехали за травой, Кокорина, например, запустить на крыше поиграть. Ламба Ивлеева едет по моему ковру, который будет на моем гелике. Сазбек, если сможешь, видео. Нюхать лужи с бензином. Мурада не хватает здесь. Новый глаз или... Раз, два, три. Мои любимые зрители, я вас приветствую на своем канале. И, недолго думая, мы снимаем продолжение с превращением гелика. И это будет очень интересная история, потому что это будет не один видос раз в 3 месяца вместе с геликом. Я знаю, вы его любите и очень цените, как прям я. А это будет целый ряд видео. Я придумала сделать такой, знаете, марафон перевоплощений гелика. Мне нужна ваша одежда. Почему? Во-первых, 1200 с хвостиком. Комментариев под видео говорят о многом. Вы дали мне огромный пуш идей, которые я могу использовать просто в неограниченном количестве. И почему их не использовать? Если есть ресурс, если есть объект и субъект, над которым это все будет проводиться. Короче, я считаю, что это очень классная история еще и в связке с вами, потому что вы даете эти идеи, вы видите, что я их буду использовать, и тем самым вы начинаете еще больше увлекаться. Это очень классная история. Поэтому мы прямо сейчас начинаем. Раз, два, три. Какую-то хрен знает серию с геликом, и это уже будет не пушистик, это уже будет не... сток. Знаешь, что я хотела? Я хотела взять телефон и прочитать комментарии топовые. Обклей кусочками зеркал будет диско-гелик. Было бы прикольно увидеть проект с электрогеликом и посмотреть, у кого круче, у Чердака или Ангелины. Сестренка такая милашка, так. Я знаю, вам понравилась Мишель. Я буду ее больше приглашать в наши видео, потому что она, ну, прям заряжает классной энергией. Предлагаю обклеить гелик плиткой, можно и мозаикой, так будет меньше гемора, будет смотреться прикольно. И еще сделать его с завода и не мучить старика. Пока я не прочла ни один из вариантов, которые мы сегодня будем исполнять, потому что я хочу, чтобы вы догадались, что мы будем делать. Во-первых, уже 2 пасхалочки имеются. Это зеленые очки, зеленые джинсы и еще 1 пасхалка. Спасибо, Белоснежка. Ставим ее вот так вот, расчехляем. Вот еще 1 пасхалка. Это футбольный ворот. А дальше, чтобы понять, что мы будем делать, я предлагаю вам остаться на канале, досмотреть это видео до конца, поставить предварительно лайк, подписаться на канал и желательно еще поставить колокольчик, чтобы мне было приятно и это мотивировало меня создавать новые видосы. Ну а мы поехали. Мы приехали за травой. Дяба-дяба. Сейчас вы поймете, за какой по надписи вот здесь можно уже примерно прикинуть. Что-то уже наклевывается, да. Пойдем посмотрим. Это все варианты, да, которые есть. Основная цель, чтобы он бросался в глаза. Вот этот вот пушистик и желтым подшерстком. Решили делать гелик футбольное поле. Оу! Наверх поставить футбольные ворота с мячом и потом кого-нибудь запустить на крыше поиграть. Ну там, Кокорина, например. Сейчас у нас будет DIY-видео, как пришпандоривать траву к гелику. Первый лот, трава с каким-то желтым подшерстком. Короче, смотрим. Я думаю, что самое то его вот сюда пришпандорить, да? О, шикарно! Просто замечательно. Так, это первый вариант. Так, берем еще один. Честно, мне кажется, вообще разницы между 2 этими вариантами нет. Так, есть еще такой вариант. Ладно, давай по фану приклеим еще один. Насколько я мэчу с ним, нормально? Чисто собрались как-то 5 хромакеев. Здорово, бандиты. В одном месте. Мне кажется, вот что-то посерединке нормально смотрится.
Он самый шерстяной. Блин, опять шерстяной, что ж такое? Мурада не хватает здесь. А, еще много вопросов будет, о чем мы его не будем, получается, до конца расчехлять, ну так, по-человечески. Мне кажется, зачем выполнять лишнюю работу, если все равно не будет видно? Мы даже можем оставить вот эти все остатки того, что было, потому что это все равно никто не увидит. А потом у нас еще будет другое перевоплощение, другой транзишн. Все те, кто сейчас будет в комментариях писать, что она вандалка, да, я могу вандалить по отношению к своей машине. Умеете, могете. Почти своей. Мне дали право это делать, поэтому я это делаю. Так что не завидуйте. Без камеры, что думаешь? Я все-таки думаю, вот этот посередине, да, потому что он более дикий, он более заметный. Вот эти они какие-то более подстриженные какие-то, особенно вон тот. Что, я думаю, да, вот этот мы. Мы выбираем вот этот вариант, я не знаю, там, по-моему, на 40 миллиметров, с подкладкой желтенькой. Ну что, ребят, день X настал, и сегодня мы клеим геликов в газон. Но есть один фактор, который меня очень волнует. А если быть точной, не один, а три, наверное. Первый фактор. Я вообще не знаю, за сколько мы его поклеим, потому что ребята, которые клеили его в плюш, они его поклеили за 2 суток. Я надеюсь, что мы уже будем действовать по отлаженной схеме, тем более у нас есть Игорь, который нам будет помогать это делать. И просто не позволит нам сделать все тяп-ляп. И второй фактор, который меня очень сильно волнует. Я пригласила подписчика помочь мне поклеить гелюню. Я не знаю, кто он, откуда он. Я только знаю, что его зовут Андрей, ему 22 года. И он мне писал на протяжении 2,5-3 лет. Волнительная встреча. Я думаю, что я переживаю больше, чем он. Вот, но мы буквально через 5 минут встретимся. И фактор номер 3. Я могу облажаться примерно везде. В плане того, что я не видела машин с газоном вместо ЛКП. Я не знаю, как это будет выглядеть, но я знаю одно, что мы максимально заряжены на успех. Короче, хочу начать уже побыстрее. Пойдемте со мной. У нас сегодня снаряженный груз такой нормальненький, боевой лежит. Знакомьтесь, это травяной джойнт. Такую ракету скрутил. И пойдем посмотрим, как он выглядит сзади. Короче, здесь 20 метров в квадрате рулон. И это все трава. Отборная трава. Саня, я тебе говорил, второй колпак был лишний. Где там она растет обычно? Я не в курсе просто. Ну что, пожелайте нам удачи. Надеюсь, все будет окей. Hey, no, me don't stop. Only help a real cause. Hood legend on some park. Manifested till I'm living large. Highballing cause the sky falling. I'ma catch a little peace though. I ain't worried about your little. А я уже видел подписчика. Да? Угу. И что? Ну, вроде бы нормальный парень. Но я пока больше такой ничего рассказывать не буду. Мне ничего не надо говорить, я хочу сама его увидеть. Это будет интригой. Без предвзятости. Pockets poking, I've been prodding. Got a recollection like it's Pokemon. If you could refrain from talking to me till my stomach full and all the smoke is gone. Pink Moscato, I'ma keep the bottle. I'ma need to know it's tight to get again. If she's talking to me, I can bet you she won't ever wanna let you hit again. Из-за синего лесочка, из далеких из полей прилетает воробей. Привет! Ого! Цветочки, спасибо большое, очень приятно. Спасибо большое, привет, дай 5. Сори, что так долго ждал, мы мыли, намывали. Как тебе гелик? Я его видел еще по замку Шустера. А, ты приходил на выставку, да? Вот, ребят. Столько натерпелся, у бедняга. Вообще, я должна что-то Андрею дать за то, что он собрался с нами клеить его. Андрей не знает, во что мы будем его клеить. Догадки есть? Кожу предлагали люди. Кожу? Ну, предлагали, да. А что еще? Кусочки из стекла, зеркала. Да. Но да. Ты во что бы его клеил? Я предлагал его во фрок сделать. Типа. Интересно, вообще возможно ему как-то сделать так, чтобы он был целый снова? А этим уже займется наш проект «Возроди легенду». Но мы его будем делать в траву. Короче, это будет газон. Вот он у нас. Газончик лежит, как футбольное поле. Идея, типа, чтобы это стало футбольным полем, сверху, для хазбика, мы купили еще ворота, мяч специально для его размера, и пустили бы его играть. Ну, конечно, там все было бы максимально безопасно. Но это моя мечта. Хазбик, если ты сможешь это видео, отзывись. Пару слов туда-сюда сделай. Бомба, оригинал, кшиста. Кажется, вот этого поля хватит для хазбика. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, can get high with me, that's a deal, right? Ride with me, if you ride with me, you can slide with me. О, это карамельная трубочка.
Мне кажется, что прям впритык хватит на гелик, да? 550 on the fire, sticky can get high with me. That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Вот этот плюш, этот ковер я покупала за 175 тысяч рублей. 30 метров. Вся вот эта вот трава обошлась мне в 25. Я экономия, как бы, ну я учусь зато. Вот за год научилась экономить во сколько раз, получается? В 5? В 6. Как будто я сама посчитала. Я научилась экономить в 7 раз за год. Homie spotted me like 700, brought 1100 right back to him. If I can't do it, then it ain't real. I just make. Как он вкусно пахнет? Я в детстве обожала нюхать лужи с бензином. И вы знаете, такой старый бензин, который еще 92-95 был, 2005 год, типа того. Я не знаю почему, но я думаю, многие токсикоманы меня поймут. Отпишите плюс в комментарии. У нас вылезла проблема. Мы забыли, что у гелика есть лючок бензобака и что его надо заправлять. Соответственно, она должна быть рабочая, и сейчас просто на ощупь Игорь прорезает эту деталь, да? Как говорится, новый глаз или... Андрей, расскажи, а где ты учился? Я сейчас учусь в РАНФИКСе. А на какой? Производственный менеджмент. Заводы и пароходы потом будут у тебя? Ну, хотя бы автомобильный завод хотелось. На каком курсе ты? А, уже на 4-м. Диплом пишешь? Да, уже написал. А от кого ты узнал о моем аккаунте? От Илюхи Кикдауна. Реально от Илюши Кикдауна? Да. Прикольно. Ну, у тебя руки свободные, хочешь помочь нам? Хочешь, держи. Лучшими выпускниками Лекальского университета. Все, давайте теперь клеить. Андрей, как ты мощно пошел по... Очень приятно, что Ламба Ивлеева едет по моему ковру, который будет на моем гелике. Пахнет почему-то ковру! Саморез? Я же продырявливаю. Сверло вот оно. Я не пойму, четко, даже не сбивается. Цирк ушел, а эти клоуны остались, да? Он вот до сюда дошел, понимаете? Он просто до дверной карты с той стороны дошел. Вот она, дырочка. Вы точно тут гелик клеил? Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, he kinda... За 15 минут сейчас все сделаем. Мы уже просто мы технику оттачивали. Сейчас техника начнет работать на нас. Тема мастера боится. Get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Прошло 2 часа, мы сделали 1/10 всех работ. Леша, значит, у нас вырезает лекало. Игорян у нас клеит и шуруповертом работает. Андрей просто стоит и менеджерит все, да? Супервайзер. Группа поддержки. Это Даня, оператор. А я все разбрасываю там, делегирую, короче. Самые легкие части — это двери и вот боковинки. Есть одна проблема. У нас заканчивается клей. Я что-то его мало купила. Я купила всего 5 банок, а нужно было купить, наверное, 10. Потому что мы не можем крышу просверлить саморезами, иначе она будет протекать, а это, как вы понимаете, проблема. И вот столько у нас еще ковра. Я
elevated, overeducated. I run the race for who I resonate with. Break the bread, keep some percolation. Break the ground, shake up the stimulation. Reshape the sound, need a renovation. All that quickly vacated the premises. I feed off my enemy entity. Oh, небольшой допинг прибыл. Твой кофеёк, только надо сдвинуть крышку. Давай, Андрей, за встречу. Скажи честно, ты волновался при встрече? Потому что я пипец как волновалась. Я очень волновалась. Ну, за встречу. До дна. Игорь, давай. Виолет, знаешь, что я думаю? Что я завтра запишусь на маникюр, потому что ему когда после этого. Давай мы отсюда вырежем и поставим на пальчик. Блин, это вообще топ идея. Реально, сделать шерстяной маникюр, прикинь. Такое ощущение, как будто я промоутер шерсти в массы, понимаешь? Бархатный пиарщик. Я тебя охуя разнил. Мне кажется, у тебя просто рука наточена. Правая рука у тебя сильная просто. В детстве я очень любил оригами. Ты, по-моему, перепутал. Сверка по часам, ребят, прошло 3 часа работы. У нас выполнено на 20% одна сторона, процентов на 70 другая. Вырезана крыша. Андрей вырезает две накладки на боковые зеркала. Еще. У нас готов капот. Осталось только прорезать вот эти вот срезы. Ну, в принципе, так. Такой вопрос остается, как клеить переднюю часть, потому что здесь, понятно, сосиску мы вырезаем и клеим сюда. Но вот эти вот все детали, это дико сложно. Ну, то есть ты должен квадрат вырезать, потом еще круг в нем вырезать. И вот эти вот решетки каждую тоже вырезать. И еще и значок Мерседеса. Игорян, как настроить? Мы же еще чуть-чуть тут подкрепились, поели, да, кофейку попили, шашлык поели. Поэтому настроение стало получше. Надеюсь, что на самом деле подписчики оценивают то, насколько мы реально вкладываем душу в этот гелик. Как бы мы не нанимаем бригаду рабочих, которые там, знаете, будут там делать это днями и ночами. Но как я это делала с пушистиком, потому что я тогда вообще была зеленой. Во-первых, я не думала, что его на саморезы надо будет. Тогда у меня бы подход был другой немножечко. Я хочу, чтобы вы показали то, что вам реально нравится, то, что мы делаем своими руками. Вот этими руками, которые уже немножечко дрожат от того, насколько это изматывающе. У меня, у Андрея, у Игоря. Мы потихоньку выдыхаемся, но я думаю, что конечный результат нас будет заряжать очень долго и очень круто. Прям реально газончик такой аккуратнее ложить. Какие же это, черт подери, кубики? Когда это жизнь моя? Блин, просто детейлером вам отдельный респект. Я умываю руки, это просто дико сложно. Как демонтировать, так и вмочивать пленку. Такая неприятная. Ладно, кайфуй. Кайфуйте! Смотрите, Андрей идет до талого, как ему. Дай кулак. О, фига ты. Третья сверка часов, идет пятый час работы. За это время мы сделали капот, бампер, порезали вот эти вот лоскуты, сделали всю почти левую часть, правую часть, ну так, 50-50. Задочек у нас выглядит вот так. И за это время от бедной Андрей поранил руку, представляете? Это ДНК Андрюхи остался, получается. Все, меня можно теперь клонировать. Да.
кстати, и Даня тоже. Наша рулетка просто мужа-ненавистница, она русская рулетка, да. А тут у нас еще сидит человек, который прохлаждается, я смотрю, да? Ты говоришь, тебе нужно поставить ТЗ, да? Да. Держи. Иди сюда. Нужно замерить вот тут вот часть, которая будет одним лоскутом класться. И вот эту вот неприятную штуку, где отклеенный V8. Неправильной формы геометрическая фигура. И Даня тоже прохлаждается. Заставил меня снимать видео, как будто мы в 2015-м, вот знаете, от лица. Это просто охуенно. Уже нет слов, одни эмоции. Но в целом, босс ушел, можно еще посидеть. Можно чисто в чайхану завариться, пока вообще ангелина, да? Взять кальянчик, чай и шашлык. Че, как думаешь, пошли в чайхану, лучше посидим? Да не, нужно доделать сразу. Ты, блин, вообще кисель, что ли, блин? Андрюх, полностью не согласен. Сделать Андрею какой-то подарок. Угу. Вот, я не знаю какой. Гелик. Давайте подарим упаковку пластырей. Чего тебе не хватает, скажи? Не скажу. Не скажу. Я сейчас на автомате пишите в комментариях, что. Но это будет. А чем ты увлекаешься? Машину. Такой пока я подарить не могу. Ты нет. Нет, то есть ты вписался в эту историю чисто за тру, чтобы помочь и как бы посмотреть, что получится из гелика, познакомиться со мной. Все, мы отпускаем Андрея, потому что он учится в университете, ему надо готовиться к парам, завтра рано вставать, наверное. Вот. Не, я же экзамен какой-нибудь, экзамен готовлюсь. Но все равно тебе писать диплом, я знаю, как это сложно. Спасибо тебе большое, что ты помог. Тебе спасибо за то, что... Было очень рада познакомиться. Наверное, это было самым нежным знакомством с моим подписчиком, потому что я дико переживала, как оно пройдет. Но прошло, как вы видите, все замечательно. Давай, кулак. Тебе спасибо. Пока-пока. Что если его, когда мы доделаем гелик, взять, покатать его на гелике там? Как-то я думаю, что его можно взять там на полдня, на день, покататься с нами на гелике, там, потусить там в блоге. Ну, короче, классно как-то насытиться позитивными эмоциями. Это будет, мне кажется, лучше всего, потому что он очень стеснительный, я не знаю, что подарить человеку. А эмоции — это самый лучший подарок. Правильно? Правильно. Молодец. Прыг да прыг. Да чик-чирик. Чик-чирики-чики-рик. Пацан, Андрюшка. Мы только что придумали гениальную идею. Гениальная идея приходит, когда ты в кризисном каком-то состоянии. Мы думаем, чем вот можем запаску, да, вот так вот красиво ее оформить. У нас нету травы. Мы просто берем и начехляем на него футбольный мяч, да? Ну да, чехол. Типа в виде футбольного мяча. Мяч. Мяч, да, да. Пожалуйста, мяч и лосось на пару. Короче, офигенная идея. Просто вот сюда пришпандорить футбольный мяч. Типа это как футбольный мяч будет. Ну почти похож, похож. Стараются. Так, я, кстати, сейчас разговаривала с дедушкой Вовой, он мне позвонил на чик, говорит, что смотрят все видосы, смотрят за тем, да, как я переодеваю гелик, представляете? Как приятно. Он сказал, что уже переодел задние покрышки, до передних еще не дошло дело. Хотел еще переставить себе сиденье, но что-то у него опять нога разболелась, и, блин, ногой пока он не занялся. Но я надеюсь, что займется, и все будет хорошо. Мы с ним держим связь, и все у него вроде как хорошо. Там будто бесконечно, что ли, крутится. А у вас или глазбанки тут были? Да. Давай! Есть! Та-да! Это лучшее, что я делал. Вот оно! О! Ой, я понял. Это что такое? Мозоль. Рабочий. Да, уже три просто, как раненых. И я чисто... У меня не руки, у меня лапки. Как говорится,
понять картину, нужно зайти на 10 метров. Вы как сейчас как форсажи стоите, просто тачки типа, везде, да. Команда. Доминик! Да. Я поняла, это так клеено действует на нас всех. Паука стоит трое, одеялом теплым тебя накроют. Так, это 8-й час нашей работы. Тут у нас сделана полностью эта часть гелика. Правая, вот, чтобы вы сориентировались. Попа тоже почти сделана. Открутили колесо, чтобы было удобнее пришвартовать сюда траву. Потом у нас полностью все лоскуты нарезаны для левой стороны. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Тут тоже полностью все. Дверь вот, лоскуты вот, вот так. И сюда тоже, но под вопросом остается передняя часть автомобиля, потому что вот сюда мы огромную сосиску вырезали, но вот как-то вот тут... Ребят, нужен консилиум. У нас есть часть, вот, часть сюда, часть на бампер. Остается только вот решетка, да, и раз, и два квадрата. То есть два квадрата. И сюда что-то пришвартовать, и сюда. Как вы думаете, нам хватит материала? А что у нас осталось? Не, если подмести, вот так вот с клеем перемешать и вот так вот приклеивать везде, то хватит. Не, ну серьезно, просто у нас реально чуть-чуть надо травы. У нас там почти ничего не осталось. А, во-во-во, смотрите, смотрите. Вот это осталось? Смотрите, у нас еще решетка на стекле переднем лобовом. А, блин, лобовуха, реально. Ой, руки. Ну, короче, надо заказать еще 2 метра, наверное, я думаю. Примерно вот так, на этом мы заканчиваем 8-часовой рабочий день. И у нас сделано примерно 80-70% гелика. Будем заканчивать в воскресенье, и тогда же я поеду на нем в город. Ви. Куда высаживать? Следующий старт нашей работы, который продолжается уже 2-й день. И сейчас мы будем доставать из моей машины нашу новую запасочку. И она будет конкретно похожа на что-то футбольное. Причем это, ну типа, вообще как бы не для этого. Ну ладно. Брат, у нас проблема. Я не могу вытащить даже из вас выйти из своей машины. Я не могу ее вообще вытащить. Давай. В него можно в футбол играть спокойно. Просто он очень объемный. Да чего ты изображаешь, она весит, блин, 2 килограмма. А ты можешь понести, как бы не держа руками? Знаешь, как африканские женщины носят там всякие тяжести? Вот посмотрите, вот так они ходят, представьте. Давай осанку твою проверим. Все, это давай, давай, ты не сможешь. Но там чисто на секунду игра такая. Всю свою жизнь бисы проводят в море, выходя на берег только для размножения. Что-то как-то не очень. Шел 2-й день работы. Игорь работал как мог, наворачивал себе мозоли на левой руке. Хорошо, что не на правой. Игорян позвал сюда свою девушку, а ее тоже зовут Ангелина. Почему все Ангелины красивые, скажите мне? На вас? Когда смотрю, у меня кажется, что все ваши волосы – это пшеница. Короче, на самом деле у нас осталось что? Ну, в принципе, все то и осталось, что на чем мы закончили буквально 2 минуты назад. Но у нас теперь есть биван, на котором я могу сидеть и смотреть, как все работают. Но этот биван мы будем вскрывать, чтобы его аккуратненько прилепить на запасочку. Мне кажется, что он идеально встанет. Тем более такой футбольный мотив, это прям хорошо. И сегодня же мы поедем показывать этот гелик миру. Короче, выйдем в Патрик, сегодня еще воскресенье, все будут там. И просто поставим его где-то, как это было с плюшевым геликом. И здесь все опять. Здесь и Ваня, здесь и Леха, здесь и Игорян. Только Виолетты нету. Нашего 11 часа работы примерно такой распад. У нас появились уши, дверь. Снаружи это все оклеено. Туру-ту-тун. Вот даже вот эти примочечки, квадратики маленькие на петли, даже и те надели. Остался массивный такой кронштейн, торчащий. Но мы сейчас будем оклеивать нашу запасочку, а перед этим будем потрошить этот прекрасный мяч, на котором сидит Ангелина. Тут мы приложим небольшой шматочек. Сюда тоже шматочек приложим. Даже у нас вот здесь, вот смотрите,
чтобы можно было на гелику заправляться. Хорошо сработал, Игорь. Просто нормально так заправщик открывает такой, знаешь, по привычке такой. Надо будет предупреждение повесить какой-нибудь, каусьон. Смотрите, вот финально он будет выглядеть примерно вот так. Ну, конечно, еще крыши не хватает. Крышу мы закатаем вместе со спойлером, потому что все-таки у нас очень экспресс-продакшн нашего гелика в этот раз, поэтому не будем запариваться по таким мелочам. Воздухозаборники оставили, чтобы можно было дышать его мотору 5-литровому V8. А тут Леха у нас красиво сделал, смотрите, как ручной работы. Просто реально, у тебя, наверное... А ты вообще герметик от рук сможешь потом как-то отлепить? Только ты Ми-5 не давай после этого. Не надо. Ну, кстати, это прям очень красиво. Трехлучевидная звезда, просто красота. Она прям все формы соблюдены, и прям очень видно, что это Мерседес. Это вкусно, это прям джусно. Дай 5. Давай. Хоть мы еще не делали гелик, но, как говорится, надо знать время и труду, и как бы отдых. А кто хорошо отдыхается, тот потом хорошо отдыхает. Поэтому, ребят, я нам кое-что заказала. Это не реклама, это внимание. Это все вам, ребята. Можно прям пикник устроить на газоне. Держите. Ну, за красоту! Болевое и ахиллесовое место у гелика. Рамку лобового. Как вы помните, она вся аж до грунта, понимаете? До грунта ушла. Как ЛКП отошло, так и грунт. Но зато здесь клей классно приклеится. All this for entertainment, crazy thinking that it's day one. All this spinning for the taking, yeah. Hold it down for the nameless. Все руки в герметике. Моему лаку пришел конец, но не беда, как говорится. Мы сейчас будем делать запасочку, а для этого нужно раздеть пуфик. Пойдемте вместе раздевать. Я сначала думала, что мы его будем потрошить, потому что я не увидела, что здесь есть зип-линия. Но по итогу мы просто сделаем вот так вот и вынем из него внутренность. Игорян, ты готов? Вон, там даже дырочка какая есть, да? Блин, это стиль. Это дикий стиль, я считаю. Мне нравится, что эта идея нам пришла просто по фану, вот за одну секунду, знаешь. Вообще идеально, смотри, как лёг. Просто пропиллер такой. Я хоть и не футбольный фанат, но после такого гелика и увиденного я вдруг стала. Оу, май, это что за стиль? Дик так мутой, да? Все, мы приближаемся к финишу, осталась только крыша. А, короче, мы думали, что здесь потолок будет выше, поэтому сюда загнали, но как-то не то. Готовы? Да, капитан! Раз, два, три. Просто это елка на четырех колесах. Я не верю, что спустя 14 часов мы доделали его. Игорян, Леха, Ваня,
Я, Виолетта тоже. Андрей, конечно же, Андрей. Все эти люди вложили кусочек себя, частичку своей души вот в это. Я не знаю, называйте как хотите. Гринч, Халк, Шрек, Водяной. Я не знаю, что это, но это определенно классный уровень. Я понимаю, что вот это только начало его преображения, потому что следующие его итерации будут еще круче, еще вкуснее и еще более непредсказуемы. А сейчас, я не знаю, наверное, это будет конец серии, поэтому я скажу вам, что я рада, что мы это сделали. Я поняла, насколько ты ценишь какой-либо объект, если ты начинаешь прям порхать вокруг него, заботиться о нем и вкладывать в него душу. Этот гелик не стоит для меня 1 000 000 рублей. Сейчас кто-то пошутит там, стоит он 100 тысяч, может быть, но для меня, ну, бесценен он, просто реально бесценен. Все, спасибо, что смотрели. В следующей серии вас ожидают реакция блогеров, прохожих. Мы поедем в самое месиво московской тусовки, а именно на Патриаршие пруды. Все, спасибо, что смотрели. Берегите себя, ставьте лайк, пишите комментарий. Я вас целую и обнимаю. До новых встреч!